Эти дни у нас тут в Америке Mother Day, День мам. И вот волнительно так было получить цветочки, подарок такой вот для Боди все. Такой вот восточный. Вот это такой вот спрей интересный, это для тела, шампунь. Вот такой вот крем для тела, такой вот дезодорант. Запах неописуемый, японского цветка. Такой вот красивый японский цветок и запах неописуемый. Но самое важное, что волнение неописуемое. Еще вот это хризантемы, разные хризантемы. Обожаю, вот смотрите, разные хризантемочки. Вот здесь вот лилия, очень красивый запах, такой не резкий, а такой вот очень-очень-очень приятный. Ну, такие вот цветочки у меня. На моем рабочем столе я здесь сижу. Вот, налила водичку. И вот вместе с цветками приложены вот так специально, чтобы они стояли. Подкормка. Но я вам доложу, что это очень волнительно получать подарки в такой день. Как-то нам непривычно. 8 марта вроде как бы да, вот. Ну, потому что когда идешь по улице, тебе здороваются «Хай, мама!» Или в магазине тебе говорят «Мама!» Вот. Это уже как-то я привыкла. Уже как-то я воспринимаю. Вот такие подарки, конечно, они в такой день, они, в общем, очень-очень волнительные. Такая красота. Запах необыкновенный. Такой сиреневый цвет. Все просто вот замечательно. Я еще сейчас открою, покажу. Какая сиреневая. Такой необыкновенный запах. Вот, для тела тоже. Сегодня у нас дождь. Идет пасмурно. Вот такая коробочка. Почему-то резкость не навозится. Красивая такая коробочка сиреневая. Очень красиво. Ну все. Такой вот небольшой обзорчик волнения.